Друзья, всем привет! Агентство недвижимости 100 партнеров рада представить вам видеообзор этого замечательнейшего апартаментного комплекса, который называется «Актер Galaxy». Это у нас город Сочи. И данный апартаментный комплекс находится, наверное, в одном из самых кайфовых, в одном из самых лучших, чистых и безопасных районов города. Ну и, конечно же, он находится у нас на первой линии от воды. Это курортный проспект 105. Обратите внимание, как тут все зелено, даже вот... Вот мы находимся недалеко от этого комплекса, но даже отсюда у нас уже открывается потрясающий вид на море. Ну, собственно, сейчас пройдем вовнутрь, и я подробнее расскажу об этом апартаментном комплексе, потому что о нем действительно есть о чем рассказать. Зашли мы с вами на территорию, ну и первое, что нужно было на самом деле мне сказать еще раньше, это его доступность от аэропорта. Буквально 25 минут по классной прямой дороге вдоль моря, и вы уже находитесь вот здесь. Второе, о чем хочется сразу проговорить о данном апартаментном комплексе, это, конечно, его территория и инфраструктура. С точки зрения инфраструктуры здесь более чем достаточно всего, что вам необходимо. Здесь два кафе. Если вы поздно приехали, не хотите сами готовить, пожалуйста, кафе у нас одно находится вход с этой стороны. Здесь как бы, ну, европейская кухня. И морской крутой ресторан, который работает до самого позднего вечера, называется «Черета моря», находится вход прям самого апартаментного комплекса. Плюс здесь два полноценных мини-маркета и своя аптека. Мне очень нравятся такие апартаментные и жилые комплексы, когда вы 95% ваших каких-то бытовых потребностей можете закрыть, не выходя за территорию комплекса. Зашли мы с вами вовнутрь через вот эту зону рецепции и попадаем в вот такое потрясающее пространство. Здесь у нас спуск на торговую галерею, там у нас супермаркет и всякие всевозможные бьюти-штуки по уходу за здоровьем, там, маникюр, педикюр и так далее. Здесь же у нас находится вот ресторан «Черета моря», про который я вам говорил ранее. Ну и такой вид, он, конечно, завораживает. Здесь периодически проходят всевозможные выставки архитектурных проектов и так далее. То есть здесь такое интересное очень пространство. Еще, кстати, хочу сказать, что прямо в самом апартаментном комплексе, если на улице где-то идет дождь, непогода и так далее, вот прямо здесь предусмотрена такая классная игровая площадка. Доступ к нее тоже осуществляется по карточкам. Ну и, соответственно, никто другой сюда, кроме вас и ваших детей и жителей этого жилого комплекса, не пройдет. Обратите внимание, вот какой потрясающий у нас вид уже с этой стороны открывается на апартаментный комплекс. Ну и спустились мы здесь для того, чтобы я вам показал, во-первых, это уличный тренажерный зал, который работает в любое время, когда вы хотите, можете прийти тут позаниматься вообще без каких-либо проблем. Ну и, конечно же, бассейн. Бассейн у нас большой, бассейн у нас с подогревом, поэтому он работает большое количество месяцев в году. Бассейн у нас вот с таким классным, оттуда открывается крутой вид на море, на вот эту рощу. Ну и, конечно же, обратите внимание, лежаки, зонты здесь уже тоже есть, и вход на данный бассейн у нас осуществляется через специальную стоечку, через чип, который мы вам выдаем, вы проходите, и вход, соответственно, только для жителей данного апартаментного комплекса. Теперь давайте спустимся вниз, и я вам покажу дорогу на море, и, собственно, то, ради чего сюда и приезжают все, конечно же, это море. Кстати, пока шел на море, вспомнил, что здесь еще есть вот такая классная детская площадка, куда можно прийти с детьми вечером отдохнуть, тоже чтобы ваши ребятишки здесь побегали. Ну и не, или не обязательно, конечно же, вечером. Ладно, идем дальше. Пока спускаюсь, думаю, вам будет интересна такая небольшая историческая справка. Наш «Актер Galaxy», который находится у нас вот здесь наверху, находится на территории бывшего, ну и на самом деле ныне действующего санатория «Актер». А санаторий «Актер» — это в советское время был такой построен курорт исключительно для деятелей культуры, деятелей театра и кино, и многие знаменитые советские актеры ездили отдыхать в Сочи именно в этот «Актер». Вот, посмотрите внимание. И, кстати, что еще хочу сказать. В данном санатории есть опция шведского стола. Обед, завтрак, ужин. Вы тоже можете, конечно, там побывать. То есть это уже третья локация, где вы можете спокойно поесть, если вы этого захотели. Для того, чтобы пройти на море, нужно предъявить вот такой пропуск. Мы своим жителям, конечно же, его бесплатно выдаем. Ну и за счет того, что здесь полностью идет контроль, кто приходит, кто уходит с пляжа, здесь нету какого-то большого столпотворения людей. Ну и, соответственно, от этого на море находиться на пляже, конечно, гораздо комфортнее. Ну и, собственно, так выглядит дорога до моря. Меня она, конечно, впечатлила. Во-первых, потому что отсюда уже открывается такой крутой вид. А также, что здесь идет железная дорога. Но при этом, когда вы находитесь на пляже, за счет вот этих экранов,
вообще не слышно проезжающих составов. Ну и, наверное, мы спускаться вниз не будем. Я вам покажу уже вид непосредственно отсюда. И что также меня еще удивило, это наличие лифта. То есть насколько здесь вот комфортово подошли люди основательно, что вам даже не обязательно спускаться, потому что здесь примерно, ну, этажа как будто бы 3-4. Вы можете без проблем проехать на лифте и не париться. Ну, либо если вы за ЗОЖ, если вы любите походить, здесь даже вот написано эко-привычки, 113 ступеней здоровья, вы можете спуститься и подняться самостоятельно. Ну и, собственно, сам вид на море. Море, конечно, здесь потрясающее. Уходит за горизонт и вообще не видно его конца и края. А еще вы здесь можете встретить дельфинов. Ну, собственно, будем рады вас пригласить для проживания в нашем замечательном актёре Galaxy. Надеемся, что именно вы станете нашим арендатором. Спасибо.